Здравствуйте, уважаемые любители гармоники, с вами вновь Павел Уханов, и у меня к вам просто бомбическая новость, потому что в наличии у меня имеется новый цельнопланочный инструмент люкс-класса с голосами лучшего тульского наклепщика. Представьте себе, эту гармошку не надо ждать 2-3 года, она есть в наличии, посмотрите, какая красавица. Модель называется G2, причем в люкс-исполнении со всеми возможными опциями. Тональность до мажор. Какие же здесь дополнительные опции? Здесь два регистра. Здесь округлая алюминиевая сетка, из которой звук выходит не только в бок, но и вперед, благодаря специальной конструкции и увеличенному количеству дырочек. Здесь корпус 20 радиусом. Итальянские перламутровые правые и левые кнопки. Левые увеличенные. Расширенный диапазон 27 на 25, сурдина, которая позволяет приглушать басы, металлическое колесо регулировки левого ремня, но самое главное это, конечно же, звук. Давайте ее сразу послушаем. Лучше подойдет этот регистр. Как еще можно определить цельную планку высочайшего уровня? Да просто. Можно взять и поиграть в третьей октаве, и при этом освободить левую руку. Вот смотрите. Спокойно играют, без напряга. Причем, так как здесь инструмент с двумя регистрами, то, соответственно, на одном регистре это 4 голоса, а на другом регистре 3 голоса. И причем отключается баритоновый голос, самый мощный, а остается самый писклявый. Но давайте проверим, будут ли они отвечать. То же самое. Отпускаю руку. Видите, играет, как говорится, сама. Вот есть такое выражение у гармонистов, что гармошка играет сама. Это относится именно к цельнопланочным инструментам, когда планку наклепывает мастер высочайшего класса. И это как раз тот самый пример. Thank you.
Если вы хотите приобрести эту чудненькую гармошку, это прям нонсенс, что она есть в наличии, потому что такие инструменты делаются только на заказ. И редко-редко удается заполучить инструмент для свободной продажи. Вот гармонь есть, модель G2 в самой максимальной комплектации с голосами лучшего тульского наклепщика в тональности до мажор. Вот она есть, ждать не надо, вы сразу слышите, как она звучит. Осталось что? Набрать мой номер телефона, позвонить, оформлю договор и отправлю вам гармошечку. Будете играть и радоваться. С вами был Павел Уханов, жду ваших звонков, ну или пишите, Вайбер, Ватсап тоже подключен. До свидания.